сложнее, чем я думала.
Засейвились, получается. Блин. Окей. Все, я залипла в эту игру надолго, вот серьезно. Как не смогу. А, там красно. Так, я не успеваю. Я и хочу и все пройти. А, ладно. Упс. О, да. Смысл, смысл этой игры в том, чтобы есть вот эти маленькие шарики, и за счет этого мы вырастаем, и нужно стать как можно больше. Также можно друг друга подрезать и тем самым убивать. Вот, похоже, оранжевый хочет меня подрезать. И так как я давно не играла, у него это определенно получится, я так думаю. Также здесь есть, насколько я знаю, ну не то чтобы читы, но всякие дополнительные штуки, которые позволяют отдалять экран. Это очень удобно, отдалять экран. Так, и всякие другие штуки. Можно менять скин. Ну, скин, это понятно, уже никаким читом не является. Не знаю, до сих пор ли это можно делать. Справа сверху есть доска лидеров. Ой, он помог меня подрезать. Так вот, здесь есть несколько тактик. О, огромный, огромный. Главное,
взял в плен, и рано или поздно он умрет. Вторая тактика. Это то, я не сдамся. Ах ты, зараза, он меня взял в плен. Блин, нет, вот ты, зараза, это просто нереально. Это пока что я рассказывала про свои тактики, он меня тихонько взял в плен. На самом деле, мне больше всего по душе именно играть расслабленно, собирать эти семечки и вообще не напрягаться. То есть, вот это я даже чуть зелен. Я увлеклась, я просто поверила в себя и увлеклась. Вот так всегда, когда умирает один червь, за этими семечками умирает сразу куча червей. Так всегда. Ничего нового. Так вот, на чем я остановилась. Ох, мне эта игра очень просто нравится. Я боюсь, что на нее уйдет большая часть этого ролика. Да. Так вот, о чем я говорила. Я уже забыла. Ладно, просто поиграем. И забирать эти семечки и расти. Я не люблю агрессивную игру, но иногда, конечно, можно кого-то подрезать. О, он может взять нас в плен. Хотя зачем мы ему такие мелкие нужны, правильно? И знаете, 5 лет назад я очень сильно залипала в эту игру. Он берет нас в плен. Спасайся, кто может, спасайся. Мы спаслись. Я не только играла в эту игру, но я еще смотрела на Ютубе ролики по этой игре, как сейчас помню. И помню, что смотрела эти ролики на одном канале, и даже попала там в видос, и не в один. То есть, это ж, блин, как же назывался этот канал? Давайте найдем его. Давайте найдем этот. Что? 1 миллион подписчиков? Это же этот канал. Упорядочить. Сначала старое. Или это не этот канал? Так. 7 лет. Мне надо где 5 лет. Я играла, когда я смотрела эти ролики, там было 1000 подписчиков. Что? Когда он успел? Я попробую найти ролик, где есть я. Давайте. Я нашла тот видос.
назад играла я. Давайте посмотрим вместе это видео. Моего червяка зовут, в скобочках, Лекс. Это как бы название канала этого парня. И мой никнейм Милана. Собственно, поэтому он меня будет замечать. Потому что у меня его никнейм, грубо говоря. Я, по-моему, не все зашел. Милана-то еще держится, посмотрите, да? Это я. Из чего она сделана? Как она это делает? Жесть. Это было, мне кажется, это было так недавно. Но это было так давно, 5 лет назад, серьезно. Вот чем занималась я 5 лет назад. Я сейчас нахожусь в очень опасном месте. Я на 6-м месте. Это 9 часов. А на 5-м месте я. Постоянно спал. В... Очень тяжело играть. Ну, поняли. Справа, вот здесь. Вот, это я. Нет, о, я на 4-м месте. Как думаете, умрет вот этот синий? Мне кажется... Господи, мне кажется, я не знаю. Сколько роликов я у него смотрела, это просто не пересчитать. Не понятно, на самом деле. Хотелось бы, конечно, но что-то мало верится в это. Он Фрост меня чуть не убил. Говнюк. Вот говнюк, да? О, Милана 4-е место. Ёшкин ты кот. Так она меня скоро догонит и перегонит вообще. А на самом деле, в тот момент я собирала очки, точнее, росла, чтобы это потом сам добраться к нему, найти его и отдаться ему. Вот, то есть умереть перед ним, чтобы он съел мои очки и чтобы он набрал рекордное количество очков, так сказать. Но, по-моему, он умер раньше, чем я ему отдалась. Эх, и мой план не сработал. И я нашла еще один ролик, в котором также есть я. Так что, ребят, не забываем ставить вам так лекс, чтобы я у вас упомянул в своих роликах, если увижу вас на просторах серверов. Здесь я, по-моему, ему отдалась все-таки. И не забываем... Но я была маленьким червячком. Потому что там вся инфа по тем серверам, на которых я играю, всегда выходит, постоянно. Да, вот я. И время, Лекс Милан. Именно идет по московскому. О, о, Милана, Милана, Миланушка. Возможно, возможно. Миланушка молодец. Вот. Спасибо. Я молодец. Спасибо тебе, что поставила клан Лекс. Я это очень ценю. Канал тебя не забудет. Даже было видно, что он свернул. Эх, мой звездный час на Ютубе. А вы думали? Нет. Вот мой звездный час был на Ютубе. 5 лет назад. Ладно, я что-то совсем ушла в ностальгию. Этой игре я определенно поставлю 5 из 5 по ASMR-ности, потому что в нее можно залипать реально часами. Не то что часами, сутками, неделями, месяцами. Это Sand Balls. Скорее всего, она будет визуально ASMR-ной. Проверим это. Так. Сразу с уровня 3-го я эту игру запускала и прошла 2 уровня. И похоже, здесь нельзя начать сначала. Очень приятно. Очень. О, вау.
9 минут 56 секунд. А как мне продолжить играть? Я не могу играть. Вот в чем кроется, да, донат этой игры. Но у меня, кстати, есть 5 монет, поэтому давайте их используем. Девятый уровень. Давайте.
Давайте пройдем этот последний. Тут есть какие-то бонусы. Нифига себе. Это прикольно. Бонусы. Но это уже становится интересней. Так. Так, погодите, там все прошли. Совсем мало этих штучек. No. Нет, нет, я боюсь. Нет, у меня все получится. Давай, ну давай попади, я боюсь. Так, ждем, ждем подходящего момента. И этот момент настал.
следующая игра, она очень расслабляющая, реально без напряга, очень приятная игра. Чтобы вы понимали, по этой игре я смотрела где-то 8-часовой стрим, я просто залипла и все. И в эту игру можно просто зайти полчасика поиграть и выйти. Давайте начнем игру. Давайте продолжим компанию. В общем, в чем суть игры? Или нам лучше сначала начать? Нет, давайте начнем все-таки не сначала. Итак, нам нужно с вами отправиться. Мы добытчики ресурсов. И нам нужно сначала купить землю. Нам нужно отправиться в мэрию. У нас уже есть земля. У нас все есть. Да. Ну, я уже заранее все сделала. И мы отправляемся с вами копать. Так вот, в чем смысл? Сначала нам нужно купить буровую для добычи нефти. А нет, где эти? Нам нужно сначала нанять людей, которые скажут нам, где добывать. И потом на этом месте мы будем ставить буровую для добычи нефти. Я просто уже все подзабыла. Во. О. Значит, где-то здесь мы будем копать. Так. Нам не... Так. О. Здесь можно посерединке поставить. И копать. В мэрию, чтобы купить участок. Так, какой бы нам взять с вами участок? О, здесь есть. А, это все у нас добыто. Так, вот этот участок. Так, это добыто, добыто. Так, а где участки-то? А, вот, я поняла. Участок. И сейчас мы боремся за участок. В принципе, все себе участки выбрали, и борьбы не состоялось. Так, хорошо. Так, в принципе, что мы можем? Фабрика, мэрия, банк. В конюшину. Мы можем сделать улучшение. Сколько денег? Давайте сделаем это улучшение. Мастерская. Мы можем купить у алмазы. Давай. Я могу. А, понятно. А мы можем идти копать. А почему я не могу идти копать? Thank you.
Все. Ништяк. А погодите, нет. Да, это же я. Все, идем копать. Взять с собой 2000 для оплаты первоначальной. Ой, господи, а куда мне деньги-то пропали? Я думала, я Рикардо, а я, оказывается, Джошуа. Я забыла, как играть в эту игру. Кредит. Мне, пожалуйста. Сколько мне не хватает? 800. Ладно, возьмем 1000. Ну, все. Окей. А, все, он дал. Все, окей. Игра началась. Так вот, сначала нам нужно нанять людей. Немного, не будем тратить слишком много сразу. Чтобы построить вышки, нефтедобывающие вышки. Так, давайте здесь начнем. Пока что будем строить одну, нам нужно сразу купить лошадей. И здесь выше доллар, поэтому сюда будем отвозить. Чтобы нефть вылилась, она драгоценна. Нельзя, чтобы она мимо вылилась, иначе мы потерпим издержки. Так. Давайте быстрее сдавайте. Мне нужно копать. Копать. Кажется, мало. Можно взять крота, чтобы он исследовал местность. Также можно резервную для хранения купить. Не хватает все-таки. Давайте потихоньку будем копать в правую сторону. Крот тоже копает. Вот здесь что-то виднеется. Да, похоже, здесь тоже что-то. Еще лошади. Так, главное не зафейлить. Ну где здесь добывать? Не вижу. И нам нужно. О. Все. И нам нужно добыть как можно больше. Точнее, желательно раскрыть всю карту. Но у нас ограниченные сроки. Пока что там цена выше, будем ходить туда. Давайте наймем еще человека, чтобы проверить, где-нибудь еще есть ли залежи нефти. Вообще, эта игра реально очень расслабляющая, без какого-то напряга, вы просто добываете нефть. Так, где-то здесь есть. Давайте посмотрим. Просто сидите спокойно, добывайте нефть, зарабатывайте доллары.
копай здесь, копай, а где? Нету. Не вижу. А вот, чуть-чуть еще. Эй. Ну да, ладно, он был прав. Так, а, может еще. Так, сюда, сюда. Здесь цена выше, все сюда. И, в принципе, можно сейчас пока ускорить это дело. Так, стоп. Здесь цена выше, все сюда, все сюда. Так, все, можно ускорить и выкачивать всю нефть. О, там скоро перельется. Так. Давайте наймем еще человека, чтобы он проверил, вдруг есть еще где. Слухом, ни духом. Есть еще. Мы можем сделать ответвление, скажем так. Так, пока что у нас все хорошо идет. И где? И где? Маша тут. Сейчас прошло, видимо, надо напрямую, чтобы было. Так, следим за ценой. Следим за ценой. Давайте еще наймем человека, чтобы наверняка знать. Так, смотрим внимательно за ценой. Там падает. О, еще есть, вы серьезно? Все.
почти все добыли уже. Все сюда. Так, добываем, добываем. Но мы не нашли ни одного алмаза. Это что? Я же говорю, вот тут алмаз, а как? А мне никак, я не могла его достать. Так, стартовый капитал 2000, доходы 32 тысячи долларов, нормально. Расходы 8800. Долг банку, штраф за разлив. Вот о чем я и говорила, лошадей не хватило. Бонус за добычу всей нефти, бонус за продажу всей нефти. И в такого наша прибыль 23 846. Земли, за них бороться, нас делать ставки за эти земли, покупать их в аренду, соответственно, добывать на этих землях нефть. Что еще? Ну, очень такая расслабляющая игра. Можно позалипать в нее, при этом можно поиграть в нее в каком-нибудь перерыве, так, полчасика. Все-таки 5 из 5, потому что она, ну, очень расслабляет, очень, и визуально она очень приятна, когда вот идут эти раскопки, ты не знаешь, где что находится, там вот эти все лошади развозят, все, ну, все идеально просто, да. О, господи, как я ненавижу, это ненавижу, какая лодка, вот лодка, вот лодка, лодка, все. Очень медленно ползти, но
съел эту зеленую, а эти зеленые можно есть. Нет. Нет. Они сейчас со мной пойдут. А как он так их поглощает-то? А как он поглощает их? Я не понимаю, зеленый. А, да, реально их можно есть. Нифига. Мы на 11-м месте. Хочу в топ-1, в топ-1, топ-1, топ. Ой, я опять разделилась. А как мне собраться обратно? Я как-то обратно могу собираться. Ой, 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 ешь его, ешь его. Ешь его. Так. Ладно, идем. Блин, я уже на 11-м месте. Этот игрок меня сожрал. Часть меня. О, дом огромный, дом огромный. Какой-то огромный. Я боюсь, я боюсь, я боюсь. Два огромных меня окружили. Нет, никакого топ-1 мне не видать. Похоже, что... Сейчас я опять развалюсь. Ой-ой-ой. Так, спокойно. Я даже не знаю, лучше быть крупной или мелкой. Так. Нет, эта игра тоже затягивает. Но с Лизерио все равно мне нравится гораздо больше. А так я могу больше семечек есть. О. Давай, ешь его, ешь. Нет, ешь его, ешь его. Нет, уходите, уходите, уходите. Вот гад, он пришел все съесть у меня. Он меня почти съел, гад. Нет. Да ты что творишь? Он пришел меня съесть. Я тебя съем. Я тебя съем. Нет. Четыре из пяти. Следующую игру я нашла в списке расслабляющие игры. Это игра Dead. Дайте попью воды. Мне стресс. Мне надо попить воды. Ладно, надо признать, что я просто плохой игрок. Следующая игра — это игра Tetris. Я ее нашла, но какой-то необычный Tetris. Я ее нашла в списке расслабляющих игр. Давайте проверим, я ее не запускала. Так. Странное управление. Так. А как мне перевернул? Это что такое? Это что такое? Это что? Ой. Это зачем так? Это как так? Играть. То есть мы переворачиваем. Ой, нет. Мы переворачиваемся. Ой, да нет, я не то хотела. Господи. Я не...
есть я не понимаю, как это так происходит. Почему мы переворачиваемся вместе с фигуркой? Звуки неприятные. Все. Ну и следующая игра называется Super Slime Simulator. А, это симулятор слайма. Здесь мы можем делать собственный слайм. Так. Давайте сделаем слайм. Так, нам нужно выбрать основу. Давайте выберем. Что за название. С этим у меня проблемы. Пропустим. И теперь мы можем поиграть с этим слаймом. Нет, я не хочу отправлять свой слайм друзьям. Я хочу с ним играть.
очень тяжело, нужно иметь большую силу, чтобы нарезать это мыло. Но смотреть на это всегда приятно. Поэтому на телефоне это делать максимально безопасно. Очень приятно, и он еще в это время немножко так на каждый тик вибрирует, но слегка.
классе. Но ASMR эффект в этой игре определенно есть, и она намного безопасней, чем резко мыло в жизни.